Подарок всей России ко дню военно-морского флота сделал крупнейший судостроительный комплекс «Севмаш» в Северодвинске. Предприятие начало строительство многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень-М». Подводный крейсер был назван в честь нашего города – Ульяновск. Это подводная лодка 4-го поколения, самая современная, самая оснащенная, было присвоено звание «Ульяновск». Потому что в том числе и наш НПО «Марс» очень серьезно сотрудничает с предприятием «Севмаш» города Северодвинска. Для участия в торжественной церемонии закладки доски в карман секции будущего корабля в Архангельскую область прибыли зампред областного правительства Андрей Тюрин и глава города Ульяновска Сергей Панчин. Они осмотрели производственные мощности завода и даже побывали внутри подводной лодки. Наша дальнейшая задача – взять шество над этим военным кораблем. Губернатор уже дал соответствующие поручения, и в течение 3 месяцев мы подготовим все предложения, и уже делегация с участием губернатора еще раз выйдет в город Северодвинск для того, чтобы уже проговорить более детально вопросы, как мы возьмем кураторство, шефство. Подводная лодка «Ульяновск» длиной больше 140 метров и высотой в 10 метров будет строиться почти 50 месяцев. За год начнется формирование экипажа численностью в 64 человека. Крейсер станет 6-м в линейке проекта «Ясень-М». Головной корабль «Казань» был спущен на воду 31 марта этого года и сейчас проходят заводские испытания. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».